дымом лечилась. Так, ну-ка глянем. На Арбате ко мне подошел мужчина и спросил, работаю ли я тут. Я сказала, мне 14. Как говорится, с каким-то там Малаховым и с великим дымоходом это была честь. Деда, нас, мать его, опередили. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Всем привет! Сегодня мы вновь в центре Москвы, ищем самых модных и стильных людей. Еще больше видео. Спокойно, сегодня вы их не найдете. Они сидят у меня в чате, да, пацаны? Сколько стоит шмот, ты найдешь на нашем втором канале Дымоходик. Ссылка сегодня модников не будет. И не забудь досмотреть это видео, потому что в конце ролика эти сандалии с носками нереальными. И обязательно заглядывай в наш инстаграм, именно там мы общаемся со зрителями. И подпишись на мой личный канал Саша Великолеп. Деньги. Ну что, погнали. Деньги, деньги. Здорово, Илюха, сколько лет, сколько зим? Одна зима, полгода. Да не, у нас там девчонок нету. И выпуск у господина Андрея Малахова. О, да, но самая Россия один тут. Слушай, нам даже не сказали, что тебя позовут, а тебя позвали. Было приятно увидеться. Согласен, взаимно. Тебе стало больше лет с тех... Давайте посмотрим, да, допустим, девчонка сказала, что ей 14. Сколько этому парню? Наверное, ему тоже 14, но они как будто из разных, блядь, галактик, знаете? Да. Почти. Сколько тебе сейчас? 15. Кеды... Блять, ему 15, а той девчонке 14, типа, поняли? Они стоили 500 евро. Чё не так? Носки, Гуччи, ну, я думаю, вы знаете, сколько они стоят? Штаны, Зара, они стоили 1500 рублей. Футболка, это fucking Amazon, она стоила 3000. Часы, Apple Watch, они между 20 и 25. Этот браслет бесплатный. Этот стоил между 20 и 25, это Louis Vuitton. Цепь. Я сейчас про носки что-то спизданул. Она 1000 долларов. А ведущий стоил. В тапках, по-моему, стоит. Сумка Gucci, она стоит где-то 35 тысяч рублей. Все. Не все, очки у тебя красивые. Слушай, покажи, у тебя двойная душка, да, тут? Да, очки это Louis Vuitton, но цены я точно не знаю, потому что я их позаимствовал одной личности. Ну, не позаимствовал, а забрал как бы. Своровал. Но... Силой? Нет, все честно, все легально, все законно. Можно ли сказать, что съемка у нас изменила твою жизнь, тебя сразу позвали на Малахова? Как-то после этого твоя популярность в жизни усилилась? Ты почувствовал это? Ну, конечно, да. Подписчиков очень много прибавилось. И на «Россию один» я, если честно, был в шоке просто, когда меня позвали. Сидеть, как говорится, с каким-то Малаховым и с великим дымоходом, это была честь. Больше добавилось с каким-то там Малаховым. Или все-таки люди респекта тебе кидают? Ну, вообще по-разному, но особо хейта не было. Я смотрел даже в комментариях особо, прям меня что много. Все меня, будет, не всы. Как говорится, не засирали. Все хорошо, все всегда... потихоньку ресейлить? Ну, а, он ресейлер точно. Сейчас меньше, но я как бы не против этого. Здорово, бро. Здорово, братиш. Что вы тут делаете? Ну, мы тут клип снимаем, как видишь. А, извини, я тебя, то есть, отвлек сейчас от съемок в клипе? Походу, даже не узнал, да? Вот сейчас мне очень стыдно становится. А ты рэпер известный? Конечно, да слушай, ну, как бы у меня сейчас премьера клипа готовится. Кто? For Real Man Production. Представься для наших зрителей. Патрон фамилия. Купил короля клипа прям. Есть Гуччи. Ты. Неплохо. Получается. Уже на море. Такой вот лук. У тебя тут приносит только... Нет. Блядь, что так долго-то? Шмот. Похоже на оригинальное. Здесь сколько рекламы, бабок. А? Такие... Порой на... Можете. О, стоять. Да услуга. Ну. Да, Таисия. Сколько лет тебе, Таисия? 14. Да! Кеды капа в районе 10 тысяч, наверное. Шорты, обычный масс-маркет, не знаю, 1003, может. Ремень Армани в районе 15. Майка, не знаю, тоже масс-маркет. Бля, так, стоп, я сейчас отмотаю чуть-чуть, чтобы, ну, никакого контекста. Ремень 15 тысяч, вы поняли? Вот это хуйня, поняли? Вот этот ремень 15 тысяч. Это вообще чё за говно ебучее? Отвечаю, такой на рынке рублей 200 стоит, я вам отвечаю, тут ничего такого нет. И чё там он, чё он 15 тысяч-то стоит? Людей наёбывают. Майка, не знаю. Я понимаю, он был бы какой-то клёвый там, нереально чёткий. Алё, что это за хуйня, уберите её кто-нибудь вот. Спасибо.
Пиздец, куда мне теперь вебку-то ныкать? Так вот, тоже масс-маркет, 1003. А, жакет. Слушайте, не, ну это какой-то странный оператор, честно. Это оператор очень опасный вообще по своей профессии. Шанель покупала в Турции за 8000 лир. Что у тебя еще есть из украшений? А, браслет, серебро с жемчужинами. Не знаю, сколько он стоит, папа. А что еще из украшений? Пиздатые порезы. Да? Подарил. Самые лучшие украшения. Ребят, ну а куда же без порезов-то? Девочка уже всю жизнь пожила, 14 лет. Хули нет? Но они, кстати, по виду свежие. Ну, типа, может быть, полугодовалой давности. Наушники, не знаю, 13 тысяч. У тебя чехол какой-то прикольный. Да, из Бельгии. Не из Бельгии, а сделан. Ну, ребят, вот эта депрессия, когда уже, ну, чисто все заебало. Когда понимаешь, что ты не можешь ремень пиже, чем на 15 тысяч рублей найти вообще. Ну, оно просто, ну... Дезморалишься очень люто, понимаете? Там... Твой парень подарил тебе 2 айфона с маком, это, ну... Позерство ебаное, вот что это называется. Это называется позерство. Все, я все сказал. Я вообще ненавижу вот такое говно подобное. Бельгия. У меня сразу авторитет человека падает вот так. Тая, чем ты занимаешься в свои 14 лет? В модельном агентстве. Моделью работаю. Ты работаешь уже? Тебе твои доходы от модельного бизнеса помогают одеваться и покупать себе Шанель в Турции? Нет. Родители? Да, родители. Так, для себя, там за фотосессию 1005, не больше. Ну, жестко, вроде нормальная девчонка, но... Своего занятия. Бля, вот осознавание того, что порезы, типа... За все время или... Ты прикинь, один раз порезав себе руку, ты до конца жизни с этим шрамом гоняешь. То есть, ну, вопрос, нахуя? Доход, например. Ну, я в этой сфере вообще... Сейчас всю твою блядскую жизнь будут уебанские руки. И два из них только была в школе. Все. На что потратила свои первые заработанные? На коктейли. Какие ты коктейли пьешь? Безалкогольные. Ну, например, что надо смешать? Колу и лед. И водки. Коктейли с колой и льда? Да, конечно. Ты отвечай, ее куда-нибудь в секрет рум пускают. Это просто факт. Она там приходит с каким-то чуваком, который старше ее в два раза. На нее посмотришь, ей не скажешь, что ей 14, о чем вы? Я бы даже у нее документы бы не спрашивал. Вот представьте, что вы работаете в пятерочке. Вы бы у нее спросили документы. Ладно, если в пятерочке, то да. Но прикиньте, у вас маркет, который в доме каком-нибудь. Чисто единственный. Да я бы не спросил нихуя. Какая красивая. У тебя есть молодой человек? Нет, свободно. Ты в поисках? Да. Что ты делаешь для того, чтобы найти... Ищу. Принца на белом коне? Выхожу на улицу. Не знаю, хожу, знакомлюсь. Ну, со мной сам знакомиться всем. Больше на улице или в сети? В сети, конечно. На улице вообще не подходит? Тупо рыба. Подходят какие-нибудь мужчины лет 30. Думают, что ты старше 14, да. На самом деле? Да, конечно. На Арбате ко мне подошел мужчина и спросил, работаю ли я тут. Я сказала, мне 14. Он был удивлен, конечно. Какого парня? Он был удивлен, но продолжил, так где работаешь? Нет, типа она не дорасскажет историю. Ну ладно. Бы хотела найти, чтобы чувствовать себя с ним, как за каменной стеной. Выше меня. Так. Уже, или да? Бы он сказал, а я не суеверный. Не знаю. Типаж, наверное, брюнет какой-нибудь. Пестров! Так. Да куда ты-то? Не лети, Александр. Ну, высокий и брюнет. Вот. Я без бороды. Сейчас, мы на секундочку. Здоров. Пиздец, это жесткая шутка, молодой ведущий. Как зовут? Ваня. Сколько лет, Вань? 19. Гуччи кеды с розами где-то в районе полтинника, 50-55. Слушайте, вот дальше, когда такие боты одеваешь, левис, надеваешь, левис, натягиваешь, неважно, тысяч. Цепляешь, 10, наверное, накидываешь, вставляешь ногу, Гуччи, автоматом эмо боем 30, становишься. Ролекс где-то миллион. Ролексы, рассказывай, где взял? В барвинке. Сам? Да, у дружище, такие порезы делают в медицине, когда кровь чистят. Сделал пробег в NFS World.
Разраб серьезно зашевелился и допил приличного контента. Спасибо, Миш. И работает над харак. Машин. Над характеристиками машин. Может, еще поиграем как-нибудь? Слушайте, если бы... Серьезно, от прочищения крови вот, вот так вот вдоль, блядь, режут? Может быть, поперек? Кровь чистит вот так вот? Ты что, угораешь, чувак? По-моему, там катетер какой-то вставляется в вену. У тебя, блядь, через главную вену перегон идет, очищение, нет? Я в медицине не силен, но мне кажется, оно так и работает. Купил? Ну, можно так сказать. Подарили родители? Да. Че вообще по жизни? Может быть, просто школьник оправдал свои порезы и задонатил просто такой хуйней, которую сам придумал. Делаешь. Чтобы не, ну, вы поняли, ничего, да? Чтобы не обидно было. Кушаю кальян и курю тусуюсь. Ну, нормальные дела, в принципе, чё бы нет. Кальян и курю, кушаю, отдыхаю, нормально тусуюсь. Это развлечение. Описал жизнь. Сколько тебе вообще денег нужно в месяц для комфортной жизни? Слушайте, вот сейчас нас... Вот просто представьте, что к вам бы вот так вот подошли. Я бы сам стриманулся. Ведущий как будто ему уебать хочет, честно. Тебе вообще денег нужно в месяц для комфортной жизни? В месяц? Ну, по-разному. Бывает 300, бывает 500, за июль где-то 700 у меня вышло. Давай представим, если бы сейчас такая случилась ситуация, что, допустим, вот у тебя нет денег и неоткуда их взять. Чё бы ты делал? Я, наверное, дома бы сидел. Нет, у тебя вообще нет денег, тебе надо есть, а у тебя еды нет. Чё бы ты делал? Я бы... Я бы стал жиголо! Кредит на церковь и продавал бы свечки бабушкам. Построил бы свою церковь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Охуеть, ответ, блядь, просто вордый. Марина. Марина. Если не секрет, это, конечно, сколько вам лет, можете не говорить. Секрет. Это в Москве. Пестров сказал по поводу девочки 14 лет. Написал такую вещь, говорит. Так, я посмотрел ее инстаграм, она не делает маникюр. Общаться не будем. Пиздец, блядь, чё. Ну, кстати, да, маникюр это прям топово. Это эксклюзивная сумка Dior, которая была сделана по уникальной технологии, пропитана катон золотом. Порядка 20 тысяч евро. Ну, я не могу сказать точно, сколько пиджак. По-моему, если мне память не изменит. Ну, вообще нереально модная тёлка. А чё за очки-то такие пиздатейшие, нереально? Сейчас по-любому забубенит что-то в районе там 30 тысяч евро, блядь, эти очки будут стоить. А на деле тупо агент Смит, блядь, держу в курсе. Смотрите, вот у меня даже очки пижа, я их просто из кинотеатра спиздил. Ну как, я их купил, вернее. Евро и юбка, может быть, полторы. Я не могу не отметить, у вас одна какая-то коллекция украшений. Что это за бренд? Это Шуме. Эта коллекция называется «Поймай меня, если ты сможешь». Расскажите, чем вы вообще по жизни занимаетесь? Я занимаюсь... спортом. Бизнесом. Инвестициями. Вы всегда так брендово ходите по улицам? Ну и так как я гостья Москвы, поэтому я обычно хожу так, да. А вы сказали, не в России живете, а где вы живете? Ну, я живу частично Мальта, Монако. Дайте вот девчонкам, которые нас смотрят, несколько советов. Я думаю, девочки, учитесь, заканчивайте университеты и работайте. Есть такая тенденция? Какую-то хуйню сказала. Зачем работать, когда можно просто мужика богатого найти? Реально, ты вот такую дичь сказала, блядь, сейчас. Сейчас, что очень многие девушки хотят... Не работать, реально не подумав, спиздануло что-то. Ну, богатого мужа и, собственно, бывает же такое, вроде умная женщина с виду. Как вы к этому пути относитесь? К счастью или к сожалению, наверное, я богаче своего мужа, поэтому, если вы стремитесь выйти замуж, это хорошо. Она сказала стримить? Или мне послышалось? Миллионеров не найдется. Здрасте. Блин! Так, во-первых, пожилой Владимир. Во-вторых, она ответила на мой вопрос. Добрый день, Александр. Владимир, мы с вами, я так понимаю, дважды виделись на съемках у нас. Да, по-моему. И после этого мы еще с вами встретились на съемках у господина Андрея Малахова. Да, все так. Ну и ищем невесту какую симпатичную. Мое сердечко переживает. Как у вас с личной жизнью налаживается? Пока никак. Вот и все в поисках, Александр. Это очень круто, что мы встретились. Не могу сегодня, 5 озер найти в квартале, посмотрите. Блядь. Уже какой раз, говорит, хожу. Видите? Видите что? Видите, что произошло? Вы, кстати, один из первых, кто это видит, потому что мы только вот их закончили, только все доделали. Это наша линия одежды.
вдохновителем на которую, знаете, кто выступил? Ну, догадываюсь. Вы просто стали легендой наших выпусков. Мы вдохновились тем, что вы называете Supreme Puprim. Гениальный ответ. Короче, вы знаете, кто? Ответ универсальный. Догадываюсь. И никто не узнает, знаешь ты или не знаешь. Пиздец. Догадываюсь. Жесть, прикольно. Вот это игра слов. И мы решили, да такая марка должна существовать, она должна жить. Поэтому вот появилась наша линия одежды. Дымоход представляет. Лимитированная. Круто. У нас, кстати, ваша заслуга. В принципе, на этом бы и все. Но, Леха, посмотрите, какой... Там, там что-то сзади такое он висит непонятное. Красивый. Но, наверное, случайно в кадр попало, нет? Родненький наш приехал. Красотища-то какую привез. Лех, сколько тебе лет? Мне 19. Расскажи, в чем ты пожаловал к нам в дымоход? Я, короче, долго думал приехать, короче, в своем мерче. По одной причине. Честно говорю, как есть. Это же можно, да? Классно. Но не приехал. Ну, потому что, типа, думаю, ну, пиарить. Он и так все знает, что он классный. Вот. И вообще хожу в шмотках, которых реально мне удобно. То есть, с чего я всегда угораю с ваших выпусков, блин. Во-первых, где вы находите таких персонажей, вас спрашивает весь, наверное, мой канал. Потому что что не выпуск, то вечно какой-то этот... Фрик. Да, там, ну, слово, да, вот это вот. Хорошие люди наши. Да, очень-очень хорошие, да, очень прям. Мы одобряем, да. Вот, и на самом деле я долго думал, в чем приехать. Я хожу в том, что мне удобно. Пацаны, честно говоря, как в каком сегодня луке приехал, да тупо рандомно поехал в Химки. В Химки. Нормально? Там это... какой-то там торговый крупный мега-центр. Вот, и такой просто прошелся. Ну, джинсики... По-моему, Левиса, если я не ошибаюсь. Я хрен его знает, сколько они стоят. Наверное, рублей 8, наверное, где-то так. Ремешочек тот же самый. Ну, просто потому, что он, не знаю, он красивый. Но он как я, но только я красивее, да. Это, короче, херня. Я хотел приехать в шортах, понимаешь? В шортах. Я выехал из дома, говорю, нет, надо вернуться, потому что как некрасиво. Я зашел, а мне, представляешь, Джорджо Армани, сам лично. Серьезно, да? Серьезно, да? Вот. И он мне говорит, Алексей, мы мимо проходим, представляешь? Он мне говорит, Алексей, зайди, у нас худи для вас висит. И я, короче, начал худи мерить, я не понял, как. Короче, я купил худи, очки, что-то еще накупил. Короче, штук на 100 купил, да. Не знаю, у меня помутнение какое-то было в глазах. Вот, но приехал, в шортах решил не ездить, да. Кроссы, это огромное спасибо на самом деле зрителям. New Balance, полторашки. Честно, я хожу в основном в 991-х, по-моему, такие бордовые. Когда выбирал кроссовки, говорю, какие слышь, кроссовки купить? Они мне, знаешь, что говорят? Они мне... Я спрашиваю, откуда. Он сказал, что ебал ее. Чисто твой саппорт. Кто? Ха-ха-ха. Меня тип кинул на нее фул. Я спрашиваю, откуда он сказал, что чисто твой сап. А ну дай, слышь, позырить. Дай зыркнуть разочек. О, ВК в натуре, что ли, скинет? Ну-ка, давай. Да ты ёбнулся, это ж, блядь, дипнют, не? Так, Матвей, срочно удаляй, блядь, слышь? Пиздец. Говорят, Balenciaga купи, с носками, вот эти Triple S ваши. Я их померил, я ноги потом чуть с ума не сошел, я святой водой их отмывал. Я говорю, нельзя в этом говне ходить, говно, понимаете, говно. Вот Gucci, вот мне мой подписчик один говорит, прям... в этот, в клуб наш. Свиноматка, спасибо. Я говорю, удобные? Он говорит, мягенькие. Потом я подумал, нахера покупать Gucci мягенькие, когда есть New Balance. Вы знаете, что про нее написал некий донатер с ником Егорка? У девочки в 14 лет сиськи неплохим. Сидит маленький извращенец. И в три раза дешевле. Являешься ли ты обладателем каких-то часов или браслетов? Так, ладно, заебал.
хочу, как ты, быть топ. Хочу, не хочу я Леху, сегодня... хочу фриков. Так много и Хардье. Ёб твою мать, да, алё. Это все мы чё, доделаем. Все, никого нет. Full VLS. Не-а. Так, ну-ка, чё я вам могу сказать?